256-255, частью 2 статьи 28 УПК РФ суд постановил. Мера пресечения подсудимому Соколову Олегу Валерьевичу 9 июля 56 года гражданина гражданского города Ленинграда, гражданина Российской Федерации, не изменять, оставить заключение по страже, постановил срок содержания по страже в 3 месяца, то есть по 23 декабря 2020 года. Постановление может быть обжаловано в Октябрьский городской суд в течение 3 суток.